Татьяна Юфирова – одна из самых активных жительниц хутора Куматырь. Координирует деятельность органов ТОС и знает о всех проблемах местных жителей. К Татьяне Анатольевне обратились анапчане с просьбой восстановить памятник неизвестному солдату. Во время строительства животноводческого комплекса в Куматыре обнаружили останки советского воина. Его захоронили неподалеку, однако в начале 2000-х установленный памятник срезали вандалы на металлолом. Теперь местные жители обратились в мэрию курорта и совет ветеранов с просьбой выделить участок для строительства нового мемориала. И вот получилось такое хорошее дело. У нас этот участок есть. Скоро будет у нас здесь захоронение, будет небольшой скверик и все. И как бы жителям будет в удовольствие. И молодежи очень много у нас до 40 лет. Хоть хутор у нас и маленький, но у нас молодежи много. Тоже хотят вот прийти, чтобы у нас было куда прийти. Где-то и мамочек с детишками, и многодетных семей у нас много. Так что вот администрация, совет ветеранов помогли нам с этим участком. В общем, очень хорошо. Площадь участка на улице Лесной 590 квадратных метров. Здесь также планируется разбить парк. Естественно, мы не могли остаться равнодушными к такой просьбе, к такой инициативе. И приложили все усилия для того, чтобы помочь жителям определить место захоронения. Уже идет процесс оформления документов. В строительстве помогут анапские предприниматели. Начать возведение памятника планируется в следующем году. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.